Йоу, всем привет, братья мои и сестры, с вами, как всегда, я, Утес Шиморо, и добро пожаловать в Fallout 76. Да, сегодня я, как ты видишь, в боевом гриме. Не знаю, залез здесь в магазин, посмотрел, там продавался грим, решил взять, и смотри, какой, блядь, типа это грим Джокера. Не знаю, что здесь с Джокером связанного, но я ничего похожего в своем персонаже после нанесения грима на Джокера не увидел. Но, тем не менее, дружище, рассказывай, как у тебя дела, значит, сегодня мы с тобой будем заниматься необычными делами, фолочи, я еще не показывал тебе, что такое охота. Короче, как ты знаешь, братишки и сестренки, знаешь, присаживайся, там наливай чаек, кофеек, что-то там пьешь. Значит, как ты знаешь, я хожу вот в этой броне экскаватора, потому что она значительно увеличивает вместительность, но она у меня 25 левела, и попутно я, естественно, собираю броню Анклава, черт побери. Но для того, чтобы сделать части брони Анклава, нам нужны драгоценные, блин, пружины здесь, да, в этой игре. И чтобы их найти, мы с тобой должны поохотиться сегодня. Значит, это все можно делать методом манчикинства перед заходом на сервер, а можно просто полутать одни интересные локации. Сейчас тебе покажу, насколько у меня собрана броня Анклава. Так, это не броня Анклава, это броня ультрацитовая. Значит, тоже красивая. Посмотри, какой тюнинг. Посмотри, какие рессоры, пружины. Посмотри, какая жопа металлическая. Там ничего нет внутри, кстати. Так, где моя броня Анклава, которую я не дособирал? Сейчас, братишка, сейчас тебе покажу. Ее нам нужно с тобой собрать, соответственно, и поиметь в большом удовольствии. Значит, точнее, носить, да, для боя, для ведения войны, вот она, броня Анклава. Я ее раскрасил 300-летней краской. Так, давай вот в эту броню мы залезем, чтобы она у нас, соответственно, не попала в инвентарь, я потом ничего не напутал. Значит, нам нужно доделать две ноги на ней, да, то есть дорого стоит, я уже могу крафтить 50-го левела, братишки и сестренки, но, блядь, две ноги вот у меня нет, надо их сделать, да, блядь. И здесь вот, соответственно, такой вот эпичный у нас видок будет, да, это боевая броня говно. Значит, вот эта боевая броня, это охуенно, как бы. Вот ее нам нужно с тобой сегодня доделать и получить удовольствие, значит. Поэтому сейчас я тебе буду рассказывать и показывать, как и что. Вообще, по поводу фолыча, знаешь, вот, я уже прокачался, да, определенное количество времени. И как тебе сказать, есть интерес искать рецепты, искать материалы, собирать брони и поиграть в PvP. Но что-то уже такое, знаешь, ощущение складывается, что что-то, блядь, не хватает. Не хватает мне каких-то веселых приключений, типа нового контента, что ли, ядерную ракету позапускать, это все весело, это охуенно. Но мне нужны какие-нибудь охуевшие приключения. Что-нибудь бешеное, безумное и красивое. Значит, сначала мы с тобой будем перемещаться в пансион на горном склоне. Значит, здесь начнутся наши с тобой приключения. Нам нужны пружины. У меня их, по-моему, 56, а мне нужно около сотни, да? Чтобы добыть эти ебучие пружины, ты знаешь, когда я зарабатывал броню экскаватора, я потратил, ну, немало сил и времени, как бы. Напомнишь ту эпичную серию, где я не мог найти одну ссаную пружину. Пружины достигаются у нас, добываются, точнее, в вентиляторах-хуяторах, да? Ух ты, мой голенький, блядь. Мне не так нравится, смотри, такой, как будто голый, блядь, алкоголик какой-то. Ванька, блядь, выбежал куда-то. Кто здесь? Кто здесь меня пиздит уже? Короче, лутаем этот пансионат. Эй, вы чё, блядь, пацаны? Чувак, у тебя же фрагмент кода. Нахуя ты бегаешь, меня убиваешь? Так, значит, смотрим. Большой ящик. Здесь уже все залутали, что ли, до меня, блядь. Усохший гуль, блядь. Маленький мой. Так, карманные часы серебряные из гуля падают. Падают. Заебись. Это радостно по той причине, что с этих часов, с любых падают пружины, да, и шестеренки. Заряды, кожаная броня для левой ноги, карманные часы. Тоже забираем. Броня мне не нужна это. Смотрим, что у нас здесь. Вот здесь, потрепанный планшет. Одна пружина, еще. Деревянный глобус я тоже буду брать. Ой, а хули ты спишь-то, братан? Братик, ебаный. Ёб твою мать, блядь. Братишка, вставай. Вставай, сладенький. Вставай, малыш, бля, я пришел здесь зачищать все, короче, ты должен вообще-то сражаться, нахуй. Ебать, это же надо было так ушататься, нахуй. И тебя уже заебали, да, игроки в этой игре, да, братишка? Ну скажи мне честно, тебя, видимо, заебали все. Подъем, нахуй! А что такое, нахуй, а ролики снимать? Это, блядь, местный ютубер, видимо. Блядь, ролики не снял на сегодня. Ебать, ребята будут ждать. Так, ладно. Давай посмотрим, что здесь есть у нас охуенно. Ты рассказывай пока там, пиши, что там у тебя происходит интересного. Я буду тебя читать, естественно, полностью. Значит, здесь у нас хуйня, туалет. Здесь-то мне не нужно ничего. Смотрим, что у нас здесь валяется. Ну, здесь тоже ничего особенного нет, как бы. Мне нужно найти ключи. Здесь где-то должны... О, вот это вот. Лутаем. Здесь мы психа находим с тобой, естественно. Чтобы у нас было радостно. Нам нужно пройти в остальные части пансиона, да? Где-то здесь... Так, забираем сразу патрики. Где-то здесь у нас находится то, что нам нужно. И сегодня мы пойдем с тобой на охоту на злобных вонючек, блядь. Злобные вонючки называются, и вот они, ключики. Яугай, да? Так, вот здесь мы открываем или нет? Ключ от гостей. Да, здравствуйте, ебань.
Здравствуйте, как у вас сегодня дела, ёбань? Привет, блядь. Ой, блядь, я забыл, это же Виндиго! Ёбаный нахуй! Это же Виндиго, блядь! Посмотри, какой он сильный! Смотри, какой он грандиозный, но пройти на лестничный проем не может, потому что членосос. Оус! Иди сюда. Иди сюда, маленький, блядь. Иди сюда, папочка пришел, давай. Здравствуйте, здравствуйте. А дальше прыгнуть можете? Что, блядь, не можете? Ой, не можем мы прыгнуть, блядь. Теперь психо... Можем! Ёбаный нахуй, он может! А чё ты все это время понтовался-то, ёб твою мать? Маленький. Все, откис. Так, 5 миллиметров патрон, металлический, убойный, дробящий миниган, нахуй. Нихуя себе. Так, крышка, пластиковая ложка, головной лазер штурматрона заберем, катушка стекловолокна, зубы Виндиго. А убойный дробящий миниган нахуй не нужен мне. Так, значит, здесь мы лутаем пупса ловкость, блин, даже не знал, что здесь пупс ловкость спаунится, как бы еще у нас ключи от гостиницы есть. Забираем вот это. Что-то не так-то и много здесь мне ресурсов оставили, братишки и сестренки, знаешь ты. Как бы, но и сюда я пришел не зря. То есть ты не думай, что я сюда попал зря, блядь, вантус в толчке. В принципе, на дерево можно разбирать, да? Но это не самое важное, мне нужны пружинки. Так, здесь у нас выход сюда, здесь тоже что-то может быть полезное у нас. Большой... Все облутано, нахуй. Какие-то игроки... И еще один пупс. Главное, интересно, так, смотри-ка. Все облутано у нас получается, да? И, блядь, игроки не облутали пупсов. Либо они заспаунились вот-вот, только что, как говорится. Либо что-то другое, блядь, происходит вообще. Так, собачьи консервы возьму, похаваем. Так. Но здесь мне больше ничего не нужно. Можно спуститься ниже, посмотреть, что у нас здесь вкусненького. А здесь у нас как раз разобрать всякое... А, коробка, все залутано. Блядь, все вентиляторы спиздили, походу, слышишь? Сука, неудачно я зашел, если честно, братик мой, сестренка. Очень неудачно. Всего лишь 3 пружины мы поимели с этого места. Это не так много. Ладно, хорошо. Это не самое главное. Вообще, пружины добываются не в этом месте, как бы, по факту, да? Пружины добываются. Сейчас я тебе покажу, где. Пойдем, короче, блядь. Надо сразу полечиться с тобой немножко, потому что сейчас нам будут давать пизды с тобой, да? А если нам дают пизды, это неправильно. Значит, нам нужно будет с тобой сейчас очень хитро и умно, как говорится, действовать. Значит, нам нужно прийти вот сюда. Надеюсь, здесь никто не прочуханный. Кто здесь, блядь? Я думаю, кто за мной бегает, блядь, топает? Голенький, ты чё? Опять часы, смотри-ка. Ну, заебись, это еще одна пружинка. Вон кто нам нужны. Вот видишь этих двух хуесосов? Вот эти, это не хуесосы, как бы, ты не думай. Это лохматые яогаи, блядь. Это тебе не просто так, нахуй. Вот с них падают пружины. И вот эти мои клиенты, пацаны. Здравствуйте, блядь. Я подожду... Куда ты нахуй ныряешь под меня, блядь? Маленький. Перестань, будь хорошим мальчиком. 52-й. Ебать, гниющий дикий гуль, 52-й. Вы откуда такие, блядь, здесь? Ребята, так... Где мой клиент-то, блядь? Михаил. Михаил, подожди, я перезаряжаюсь. Значит, они бьют очень больно. Даже если ты в силовой броне. Но это клиенты важные. Значит, да, их нужно иметь в виду постоянно. Ты как поджегся, блядь? У него пукан разгорелся, посмотри-ка. Он взбешен. Он взбешен, нахуй. Да, того, что я тебя приписюливаю, маленький. Значит, это называется у нас сегодня с тобой охота на яугаев, блядь. Это бе... Ах ты маленький пиздюк, блядь. Разбежались нахуй от меня. Подождите, от папы не убегать. От папы далеко не убежишь, маленький, блядь. И тебя залутаю, и друга твоего залутаю. Сейчас мы с тобой пойдем на места и попробуем найти столько пружин, сколько у нас с тобой получится. Так вот, по поводу фолоча, значит, братишка. Игруха охуенная, но уже хочется, понимаешь, какого-то свежачка понюхать, как говорится, да? Хочется уже поиметь удовольствие, блять, от, как тебе это объяснить лучше, от более, большего количества контента, что ли. Хочется, конечно, и базу догрейдить, и пушки лучше, и все лучше хочется сделать. Но, тем не менее, количество контента, оно должно быть качественным. Так, минус один, нахуй. Все, прыгаем вниз. Прыгаем вниз. И сейчас членососить будем второго. Второй куда-то сбежал. С них падает очень неплохо по пружинам. Давай посмотрим, сколько сегодня упадет. Пружина, отработанная кислота. 5 пружин, понимаешь, достаточно много. Это 5 планшетов, либо 5 вентиляторов, либо 5 часов. А вон он, член проснулся, смотри-ка. Но здесь есть такое вот фича. Вот сюда вот встаешь. Где ты, маленький? Пиздюк! А кто у вас был? Блядь, старший! Тихо! Ай! Ай-яй-яй-яй! Не хотел! Я не хотел, больно. Начинаем его потихонечку прописюливать. Пропипискивать его, как говорится. Да, отходим немножечко. Че, не можешь достать, да, блядь? Че, блядь, не залазит, да, жирная жопа-то, блядь, сюда. Не залазит, ебаный петушок, блядь. Ага, ага. Нравится тебе?
Знаете, как папочка охотится на тебя? Ах ты, сука, нихуя меня перекосоебило. Они очень опасны, очень много хп снимают. Это просто пиздец, это, блядь, белые яугай, на них у нас с тобой ведется охота. Можно, в принципе, следовать методу манчикинства. Знаешь, что это такое? Это когда ты как долбоеб повторяешь одно и то же действие, да, ради того, чтобы получить там, вот 6 пружин было, да, ради того, чтобы получить какое-то быстрое, соответственно, увеличение прогрессинга в игре, да. То есть ты можешь перезаходить, заходить как бы на разные сервера, появляться прямо здесь, бежать быстро к этим яугаям, они будут спауниться, ты их убиваешь, получаешь дохуя пружин. Но это не тот метод добычи ресурсов, который нас с тобой интересует. Мы привыкли получать все интересным способом, правильно? Правильно, блядь. Поэтому теперь нам нужна совсем другая локация, блядь, братишка. Теперь нам нужна совсем другая локация, ебаный насос. А как где она? Я ее забыл, как она называется. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ты чё, пидор? Почему ты так делаешь вообще? Ты должен был к серии подготовиться. Подготовь, подожди, пожалуйста, найди говно. Значит, нам нужна теперь еще одна локация, которая называется Sugar Groove. Почему? Потому что там просто дохуина, там все завалено пружинами. Ты не представляешь, братишка, это просто счет. Вот она. Sugar, motherfucking groove. Идем прямо туда, братишка. Сейчас мы с тобой пружин наебеним столько, сколько никогда не наебенивали вообще пружин, братишка, блядь. И там радостные, славные, низкого левела роботы у нас летают. Как бы, а чем еще заниматься в Fallout, спросишь ты, да? То есть ты мне вот сейчас напишешь, блядь, Шумору. А что еще-то делать в Fallout, блядь? На я такой тебе отвечаю, блядь. А все, что хочешь, нахуй. Хочешь только базы строй перестраивай. Хочешь захватывать чужие шахты. Все, развлекайся, увеличивай удовольствие себе сам, блять, как многие бы написали, понимаешь, развлекайся сам. Почему-то многих людям не нравится, многим, когда их развлекают, когда их не заставляют, а когда им дают возможность развлечься самим. То есть я вот так задумался, а ведь реально сейчас многие стали настолько ленивые, что они хотят, чтобы их развлекали, понимаешь, блять. Ну, там, ты приходишь, например, ко мне на ролик, ты развлекаешься, получаешь удовольствие, смеешься, 1 000 000 лайков ставишь, тебе охуенно хорошо, да? То есть как бы... Я тебя развлекаю здесь, да, мы с тобой пиздим роботов, я тебе говорю, смотри, какой охуенный робот, и как мы с тобой его весело... Ты чё, охуел, блядь, залечиваться? И мы как с тобой охуенно его пиздим, и ты такой, да, это охуенно, мы его пиздим, братишка, да, мы его пиздим, и всем радостно. Это просто, когда кто-то написал мне тоже про Fallout 76, мы сейчас на эту тему порассуждаем, значит, что это, блядь, вампирский нож, Боуи, да ну нахуй! С удара лечится? Это очень редкое оружие. Здоровье быстро восстановится после того, как вы атаковали противника. Да ну нахуй! С таким перком все просто дрочат, смотри. Смотри, я захиливаюсь. Я захиливаюсь тупо с ножа. Мне нахуй стимуляторы не нужны, я выбил очень редкую писю. Так, подожди, нахуй. Теперь можно вообще не стимпачиться, нахуй. Короче, ставим его на быстрый... Да ну нахуй. Это же обоссано. Смотри, короче, в чем мы... Смотри, меня сейчас пиздят, да? Я такой, да пошли вы все нахуй, блядь. Ставлю фейворит, блядь. Подожди. Смотри. Вот так вот делаю. Иду вот сюда такой, блядь. Где на четверочку? У меня вампир. Ну что, пиздишь меня? Я восстановлю свое хп. Пам-парам-парам-пам-пам-пам-пам. Посмотри на левый, в левую сторону, смотри. Пам-парам-пам-пам. Потом тебе пам-падам-пам. Пам. Короче, тебя отпиздили, тебе больше не нужно там жрать постоянно еду, я теперь могу просто жать четверочку, соответственно, и получать удовольствие. Кто спиздил отсюда все вентиляторы и все планшеты? Вы, блядь, нахуй. Почему вы мне мешаете, блядь, все серии записывать? Сука, здесь столько все... Какая это значит... Пососучка? Спиздила отцовские ресы нахуй отсюда? Вы, ебаный в рот, издеваетесь? Я хотел тебе показать поляну. Ни один я такой умный, да, мистер Храбрец? Да, блядь, ты спиздил? Ты кто сюда приходил до меня, блядь? Говори нахуй. Кто-то до меня, видимо, сюда пришел, блядь. Кто-то до меня пришел и обоссал мне локацию, да? Но это абсолютно не проблема для вот Саши Моро, как бы. Ты же знаешь, я не люблю манчикинство. Но! Меня бесит, когда происходит такое. Мы просто делаем вот так вот. Выходим с одного сервера, значит, и заходим на другой. Итак, дружище, мы с тобой попали, значит, на другой абсолютно сервер, да? Где, возможно, членососы здесь не побывали, да? То есть, вот, по поводу вампирского перка. Вампирский перк — это то, что тебе нужно, блядь. Это дорога в будущее, это дорога без стимуляторов. Если найти что-нибудь вампирское без, соответственно, ну, хорошего левела, я имею в виду, без ограничения по уровню... Вы что, охуели, что ли, все, блядь? Не-не-не-не-не.
кто меня... Подожди, вроде бы турель не сломана. Подожди, блядь. Здесь уже должно валяться столько всего радостного. Их просто никто не убивал, да, блядь? Их просто никто не убивал. Где все винти... Здесь должно быть на старте уже дохуя всего. Я хотел шестеренок пофармить на себе. Почему мне так не везет, блядь, когда я снимаю видео? Почему происходит всякая хуйня? Здесь столько всего, братик мой. Здесь планшетов должно быть разбросано уже. Ладно, зайдем внутрь, посмотрим. Может быть, здесь кто-то летает по серверам просто туда-сюда, блядь. Здесь много всего должно быть. Здесь много всего. Просто, видимо, все фармят, да, эту хуйню. И вот это вот неприятный момент. Ну ладно, давай посмотрим, что внутри. Может быть, внутри на этом сервере тоже все будет окей. Значит, это место выфармливается, как ты понял, да, на дохуя раз. Как бы, сейчас мы вернемся тогда с тобой к Йогаям. В любом случае, мы на сервер перезашли, ёбнем еще раз Йогаев, чтобы сделать пружину. Но мне кажется, на вторую ногу мы с тобой сегодня не нафармим. Но тем не менее, процесс фарма происходит именно так, да? То есть, по факту, если тебе нужны... Так, рамочка есть. Планшетик лежит. Так, хорошо, внутрь не заходили, значит, еще один планшетик. Да, внутрь не заходили, шли насосы, короче. Это очень меня радует. Значит, давай, ножик достаем, подхиливаемся. На тебе, на тебе. Вот так вот мы убиваем, естественно, и, соответственно, получаем охуенное удовольствие. Знаешь, я сейчас расстроен немножко. Потому что, на самом деле, вот процесс многие называют, там, не любят игры-гринделки, да? Фоллич я бы не назвал игрой-гринделкой, потому что куда бы ты ни пошел, да, есть определенное количество ресурсов, которые ты всегда можешь захватить с собой, да? В одном месте их, конечно же, больше, в другом месте их меньше, в третьем месте их вообще нет, блядь. Но в любом случае, вот смотри, мы уже три планшета с тобой нашли. Здесь еще должно быть хуево туча вентиляторов. Видимо, долбоеб, значит, который сюда приходил. Как бы пособирал вентилятор. Здесь на каждом столе должен еще стоять вентилятор, а это еще по 6. Вот. На каждом он должен. Здесь он пропустил, видимо. Да, челик, который быстро фармит себе пружины, не знает, что пружины есть в планшетах, да. Я, кстати, тоже до определенной серии, пока вот тебе поснимал, мне потом в комментарии пишут, что Мору, ты долбоеб, я тебя ненавижу, потому что пружины, соответственно, вот в таких вот планшетах валяются. Я даже не додумался, блядь. Я ж дурак, нахуй, ну ты знаешь. И вот, я не додумался, что пружины, как бы, имеются в этих самых планшетах, блять, это очень странно было для меня видеть, потому что я их столько пропускал, я их столько разбирал раньше, но разбирал их только ради деревяшки, понимаешь? И я такой, ёбаный рот, ну как так-то, а? Ну-ка, вот здесь должен был стоять вентилятор, членосос какой-то его, я тебе говорю, членосос здесь был, блять. Здесь очень пахнет членососом, блять. Это очень странно, это очень-очень-очень неприятно. Давай пройдем все. Кто нахуй, кто здесь? Не стреляйте по мне. Я просто искальщик пружин, блядь. Мне ничего не нужно здесь. Вот эта турель с пулеметом забагована. Разработчики ее поставили, но она никак... А, вот там, видишь, хуй. Его и убивать не буду. Как бы я не дурачок. Так, вот это мы все забираем. Это все электрика. Да, к сожалению, не так много мы здесь нашли, но это все связано с членососами, да, которые играют, ну, другими. А, в смысле, блядь, они членососы, я вообще не членосос. Я имею в виду то, что другими игроками. Блять, он там жжет, там штурматор, он жжет. Причем, блёбаный нахуй! Так, ребятки, идите в пизду, иди в пизду нахуй! Жарь себя, блядь, сам! Жарьте себя сами, блядь, уважаемые, блядь, я даже стимпак прожму. Штурматроны я пиздить не буду, с ним пиздиться себе дороже, как бы, понимаешь? Поэтому мы нахуй ливаем отсюда, и я расстроенный, короче, да, опять. Ну, то есть я опять себя расстраиваю. Я как не зайду в фолыч, понимаешь, я постоянно себя расстраиваю. Я не знаю, с чем это связано, это, видимо, потому что, ну, не прет, блядь, понимаешь? Вот, так, фолыч и контента, ну, как тебе сказать? Сейчас тебе объясню. Отвечу многим на вопросы. Вот когда я ядерную боеголовку взорвал, это была, по сути, финальная сюжетная миссия, да? Все, я работаю на анклав, могу бесконечно их взрывать, как бы ищи ресурсы, то есть добывать. Все сводится к выживанию и, соответственно, к твоему обогащению в этом мире, да? Ну, как и, в принципе, в любой ММО ты достигаешь, например, хай-левела, да? И дальше ты уже просто занимаешься, скажем так, обогащением собственным, да? То есть ты там дел... Че, враги поблизости? Ты там ищешь те ресурсы, делаешь что, улучшаешь свой гир и так далее. По сути, этим, ну, это концепция любой ММО-игры, да? То есть, любая ММО-игра, она завязана именно на этом, над превосходством над другими, да? То есть, ты должен получать превосходство, прокачиваться, делать лучше базу себе, получать схемы, больше иметь ресурсов, чтобы все тебе завидовали, чтобы ты приходил в город, например, и выебывался в своей охуенной броне, и все такие, о, да, у него же такая броня, чувак!
Чувак, я хочу быть твоим другом. Нет, на самом деле, ну, это так думают, кстати. Я просто читал, что, знаешь, как... ну, сейчас тебе расскажу. Ну, фанаты Фоллача вообще, которые синглплеерные чисто чуваки, они описывают суть ММО игр именно так. То есть, что люди играют ради шмоток, чтобы в этих шмотках потом перед кем-то выебнуться. Мне, кстати, интересно, как ты считаешь, это именно так или как-то иначе происходит? На мой взгляд, в этом есть, понимаешь, доля правды. Что реально, как бы, да, ты как бы прокачиваешься, выебываешься и получаешь какое-то удовольствие от этого. Освободитель, бля, здесь стоял, что-то просто тупил. Так, там у нас цепочка, где у нас ключи, забираем здесь, смотрим. Здесь тоже все залутали. Слушай, что-то мне не нравится, блядь. Что-то игроки начали... Ну, конечно, блядь, Шамору, ты же снимаешь, и еще такие же, как ты, снимают ребятам такой контент. Потом все начинают фармить эти места, блядь, и все начинается заебись. А потом ты же страдаешь, понимаешь, вот нахуя я тебе рассказываю все эти секреты, понимаешь, блядь, вот нахуя. Спокойно бы снимал себе какую-нибудь залупу бы, блядь, неинтересную. И все бы, блядь. И радостно бы было бы, нахуй. Никому бы ничего не рассказывал бы. Правильно, да, освободитель 54-го? Хули вы зависли все, блядь? Воюйте со мной. Воюйте. Мне нужно показать, что сложно очень мне. Еще один пупс наука. Ёб твою мать. Да здесь как бы весело у нас. Ты посмотри-ка. Ты-ка посмотри-ка, братишка, блядь. У нас здесь... Сейф пустой. Был здесь хуесос какой-то, так и знал. Сейф пустой, взломали сейф, понимаешь? Понимаешь, насос какой-то здесь все-таки пробегал уже и лутался, и лута... Все, все, сука, снесли, все вынюхали, блядь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 6 пружин у нас еще плюсом. Отлично. И еще один пупс. Да вы ебанулись? А, я все понял. Короче, видимо, произошли обнуления сервера, и пупсов никто-то и не заметил, никто-то их не пизданул. Ладно, пойдем Егаев еще раз пизданем. Посмотрим, сколько у нас побра... Иди нахуй! Иди нахуй, малыш! Освободитель, блядь! Стальной лом, предохранитель. Иди нахуй, маленький! Иди-ка ты нахуй, сладкий мой! Пиздючата 54-го левела, это достаточно большой левел. Так, значит, теперь идем к мосту, и, соответственно, мясо Евгая нам не нужно. Можно взять психотаты, кстати говоря. Наука, ремонт, пупсы нам не нужны. Сахар, собачий консервы, Солсбери стейк поедим. А для того, чтобы хп восполнить, возьмем дракона и поебашим Евгаев. Но я надеюсь, что они здесь будут, и их никто не пизданул. Либо они уже отреспаунились, если вдруг их кто-то пизданул. Мишки? Вон, Мишка есть один. Так, оба здесь, мои хорошие, блядь. Оба здесь, мои сладкие, блядь. Патриков мало, правда, на них. Бешеный и лохматый, значит. Здесь всегда два мишки, они спаунятся через определенное время. Но с них мы тоже забираем пружины. Видишь, как бы, по сути, в принципе, фарм любого ресурса в этой игре завязан всегда в определенных местах. Где-то чего-то больше, где-то чего-то меньше. Это, как я тебе показывал, помнишь, как зарабатывать крышки? То есть в одном из роликов по Фоллачу. Если ты вдруг его не видел, можешь посмотреть, если тебе интересно, как можно реально быстро зарабатывать крышки. Потому что броню ты тут же продаешь там за 18-15 крышек. А можешь, ну что ты, блядь, ну что ты думаешь, поднимешься? Ты думаешь, медведь, блядь, грозный. Хуйня ты, блядь, а не медведь, блядь. И друг твой хуйня, блядь, хоть и бешеный. Понимаешь, сейчас я тебе в жопу приписюлю. Вот так вот. И другу потом приписюлю в жопу, блядь. И все, блядь, я заберу ваши шестеренки, пацаны. И все у нас радостно. Пойду здесь сделаю, блядь, броню анклав. Понимаешь, хуй ты сюда доберешь. Да как бы ты не хотел, ты до меня не дойдешь. Дойдешь, понимаешь, маленький. А если и дойдешь, ты получишь вот так вот. Вау! Как это было? Пружинок 8, 8 пружинок, хороший мой. Так, значит, дракон вещь хорошая, конечно. Ну, видишь, заряжается долго. Мое охотничье ружье. Все, блядь, что? Че улыбаешься ты лежишь? Ладно, а давай посмотрим, где. Где второй? Ой-ой-ой, мальчик мой. Мальчик мой. Ты перепутал немножко, понимаешь, дорогой мой? Ты перепутал немножко... Места, скажем так, где тебе быть во время соития нашего с тобой, родной мой. Эх, Йога. И ты знаешь, вот в Фоллаче много таких мест, где ты... Но разработчики решили, видишь, каким путем, когда искусственный интеллект не может добраться до цели. Чтобы искусственный интеллект убегал, да, то есть... Сделали таким вот образом. Пиздючанок. Маленький! Тихо. Я все равно выше тебя. Я все равно на возвышенности, понимаешь? Я все равно... Блядь, больно, мама.
Блять. Я хотел тратить стимулятор. Спокойно. Я хороший охотник, блять. Тихо, блять. Тихо, маленький. Малыш. Яо. Вот так вот. И экспириенса с тебя хорошо, и пружинки с тебя хорошо. Психотаты больше не действуют. Окей, олрайти, мы с тобой поимели там удовольствие, мы с тобой поимели здесь небольшое удовольствие. Сколько у нас сейчас в хламе пружин? Ну, скажем так, да, ладно, за один телепорт, да. Ну, я ничего не нашел, опять же, 33. Это очень много пружин, братишка. Это дохуина пружин, это просто невероятное количество пружин. Это можно отпружинить, блядь, все, что ты захочешь отпружинить в этой игре, понимаешь? Главное это сделать, естественно, броню. Главное сделать, естественно, броню и получить от этого тоже удовольствие. Так, что мы имеем еще? Есть еще куча мест, да, на карте, которые ты, соответственно, можешь отпружинить. Но нас эти места сейчас, по сути, не интересуют, поэтому мы с тобой, наверное, попробуем сгонять за пружинами. Куда мы еще можем пойти сгонять за пружинами, бля? А давай с тобой выполним... Вот в Атаге есть событие анклава, подключение разорвано. Там ни одного члена СОСа, к сожалению, нет. Ну, игрока, который бы мне помог. Здесь 4-й левел, здесь 20-й левел, здесь 15-й левел, здесь в розыске кто-то, блядь, бегает. На разломы тоже не пойдем. Это потом я тебе покажу, что это за контент, это вообще пиздец. Можно, конечно же, сходить попробовать взглянуть пружины. А, я тебе сейчас покажу еще одну локацию. Если тебе нужна силовая броня, значит... Объясняю, блять. Силовые брони, они спаунятся по карте, да. Есть одно место, вот это хижина воскресных братьев. Я тут все братишки броню подгонял. То есть здесь часто спаунится, соответственно, силовушка. Силовушка и может быть рецепт еще какой-нибудь. То есть это очень хорошее место, очень такое приглядное, веселое, соответственно. Мы с тобой можем его иметь в виду. Значит, пойдем посмотрим, что здесь, блять. Здесь очень много халявных продуктов внизу, в подвале. И вот здесь, вот на этом месте, может заспауниться силовая броня. Тоже охуенно. Вот. Вот. О, пожалуйста. Изи, блядь. Изи, блядь. Здравствуйте. Но я ее разбирать не буду, мне с нее ничего не нужно. Разбирать ничего я с нее не буду. И даже ядерный блок вытаскивать не буду, потому что у меня их просто жопой жуй. То есть мне, для меня это вообще не приоритетный ресурс. Разбираем здесь все. Так, разобрали. Так, сразу разбираем голову штурматрона. Вот головной лазер 45 уровня. В пизду говно. Можно потерять все боеприпасы свои лазерные на нем, поэтому это разбираем. Вот это вот расшипованный кастет разбираем, нахуй не нужен тоже. Здесь еще раньше спаунились рецепты. Можно было найти различные рецепты, но теперь разработчики это убрали. Потому что поняли, знаешь, что хитрые игроки-вонючки, блядь. Вот еще вентилятор у нас, заебись. На две ноги у меня, к сожалению, не хватит. Потому что поняли, что хитрые игроки-вонючки, блядь, чем занимаются? Прыгают, хопают по серверам. Это, наверное, проблема, на самом деле, в игре определенного характера. Но с этим ничего не сделаешь, так как это сессионочка. Боевой дробовик тоже забираем, на разборочку он у нас пойдет. Значит, вот здесь есть подвал. Ты в него заходишь. Сука. Как вы меня достали, а все? Прокачка, кстати, в игре достаточно быстро, можешь не торопиться, там, не искать какие-то методы, либо моменты, чтобы прокачаться себе быстрее в игре, это тебе нахуй не нужно. Вот, после того, как игроки это все прочухали, конечно же, ты теперь получаешь меньше удовольствия. Сейчас мы с тобой вламываемся в подвал, извини, я запизделся, как бы. Ну, ёбаный ты... Ты чё, даун? Ой, извини, пожалуйста, извини, прошу тебя, пожалуйста. Я не сдержан. Вот, сука. Еблан, блядь. Извините, пожалуйста. Так вот, и... Уёбки, блядь. Здесь должно быть куча еды. Почему все прочухали, блядь? Почему все... Готовый завтрак только один стоит. Короче, здесь очень много еды спаунится. Ну, просто знай это место. Если вдруг попадешься на такой сервер, где... где это все не залутано, соответственно, здесь знай куча еды. Ну, уёбки не забрали разводной ключ, болты, оранжевую канистру. Ничего не взяли, ничего вообще не взяли. Но по-любому, если я этот сейф вскрою, там тоже ничего не будет. Еще фишка какая, что мне не нравится. Заебал шпильки ломать, ты вообще, блин, я вообще шпильки не ломаю, когда играю там без записи, либо что-то такое. Ты не думай, как бы. А еще что мне не нравится, иногда, вот когда ты открываешь сейф, да, вроде бы он закрыт, и ты думаешь, сейчас там что-то будет. Вот, там ничего не бывает, потому что уже кто-то зашел, сломал этот сейф, как бы, ну и ты ничего в итоге не поимел. Так, тостер тоже забираем.
Вот здесь место с едой. Если нужна халявная еда, там ее реально много спаунится. Здесь рецепт всегда, кстати, спаунится. А здесь голозапись. И, кстати, вот здесь, вот в этой локации, ты можешь найти трупешник с пушкой. Ну, если ты, допустим, лоу-левел, и ты сюда попал. И ни пушки нету, блядь, и один трупешник у нас лежит. Это хуево. Ладно, братишка, идем на базу, значит. Таким образом, можно, в принципе, охотиться на вот этих еугаев, не создавая себе помех, но тебе, естественно, нужен левел, как бы. Если у тебя маленький, то у тебя, извините меня, простите, блядь, маленький, да, то есть ты будешь дамажить этого еугая безумно долго, да, то есть тебе понадобится значительно больше времени, чем это сделал я. Но, тем не менее, прокачка так и занимается. То есть, да, вот такая вот, знаешь, жизненная рутина, тебе нужно сделать... Почему у меня дверь всегда открыта? Ёбаный рот, кто-то сюда заходит, что ли, блядь? Кто без моего ведома, блядь, постоянно заходит на мою базу? Так, давай, разбираем серебро шестеренки. Окей, скидываем шестеренки, которые у нас имеются. Перемещаем весь хлам. Теперь мы идем с тобой вот сюда вот. Вот сюда вот мы идем. Шасси для силовой, забираем ее. Это по-любому броня анклава. Сука, почему, когда я беру... Сука, я не могу, я ору, блядь. Почему, когда я беру всегда первую, это оказывается та? Почему броня анклава, она всегда, блядь, второй? Так, ладно, давай сделаем так вот еще раз. Возьмем шасси для силовой. Ставим шасси для силовой. Вот это вот мы разбираем. Делаем, точнее, вот так вот. Собираем. Собираем. Входим, соответственно, в броню анклава. Она у меня 40 уровня. Ноги мы сейчас, наверное, сделаем с тобой... Блять, а давай ее full 40 сделаем. Не будем, наверное, full 50 ее ебашить. Хотя я ноги могу сделать full 50. То есть вот здесь вот выставляем. И давай займемся ей, наконец. Наконец-то моя броня анклава будет готова, надеюсь. Так, прототип, значит. Нам нужна правая нога. У нас ровно хватает на 2 сороковых. Но, к сожалению, не на 2 пятидесятых. Хотя характеристики значительно выше. Давай сороковые сделаем. Поехали. Правая нога мы сделали с тобой. И теперь мы делаем левую ногу. 40 уровень. Отлично, блядь. Полная. Полная силовая броня анклава. Но мне ее нужно еще модифицировать. Значит, у меня есть... Бля, у меня был инъектор для силовой брони модификации. Я опять все проебал, да? Стандартная краска мне не нравится, она такая вот белая, вся не очень. Так, подожди, правую ногу и левую ногу нужно покрасить. Мы ставим вот такой вот красочку, 300-летнюю броню. Так, значит, правая нога и теперь левая нога. Вот такая же хуйня. Все, у нас с тобой полная силовая броня анклава 40 уровня с 300-летней окраской, братишка. Посмотри, какой это монстр, блядь, посмотри. Полная, фуловая, красивая, радостная, охуенная. Наконец-то я ее сделал. Собрал полный комплект брони анклава. С гаусс-винтовкой, блядь. Это же эпично. Это же вообще пиздецкий просто. Ты кто нахуй? Опоссум, хули ты тут делаешь? Идите нахуй все. Так, значит... Ты можешь нормально развернуться? Блять, В зажимается. Значит, сейчас... Во! Вот оно, посмотри, какой это эпик, блять. Смотри, какой это эпик просто. The dance, the dance. Я перегружен, да, очень сильно. 245 вес максимальный. Ай-яй-яй-яй-яй. Экскаватор, конечно, в этом плане выгоднее. Анклава броня, она больше боевая. Но, тем не менее, фулочку мы собрали. То есть, вот она, моя бронька, которую я так хотел. Я ее получил, мы ее с тобой сегодня дособирали. Представляешь, сколько мне времени понадобилось, чтобы собрать ее фул. Ну, ее я буду использовать для PvP. Для PvP вылазок против игроков. Когда мне не нужно, в принципе, большое количество ресурсов с собой носить. А как бы силовушка у меня всегда при мне, как бы попа прикрыта. Чисто взять боевые какие-то вещи, да, в нее складировать и получать удовольствие. Можно, конечно, еще сделать для нее камуфляж. Сейчас мне нужно для моей гаусс-винтовки, кстати, которую я скрафтил, соответственно, сделать патроны. Чем я еще занимаюсь, да? И разобрать вот этот боевой дробовик. Жалящий магазин, блять. Интересно, интересно. Давай мы сделаем с тобой патроны. Фух, это очень дорогие патроны, но их мне нужно делать, потому что гаусс-винтовка использует именно их. Значит, называются эти патроны... Называются эти патроны... 2 мм электромагнитный картридж.
15 штук я делаю, да? Давай потратим свинец и сталь, хули. Потом заработаем еще, как говорится. Как стреляет Гаусс-винтовка? У тебя есть определенный магазин, да, я тебе ее не показывал, а я, точнее, тебе ее показывал на серии, но, соответственно, с ней не работал. Чтобы Гаусс-винтовка дала свой полный дэмэдж, тебе нужно нацелиться на хуя, полностью зарядить до 99 и дать в еблет. И пацан отлетает. Охуенно, красиво, нравится, да? То есть, прям вообще мощара, ебаный ротик, как бы. Но патроны дорогие, как бы, они нигде практически не валяются. И вот, например, если мы нажмем ее модифицировать, значит, это вот у нашу винтовку-охуешку. Давай посмотрим. Вот, я сейчас особо ее модифицировать не могу. Мне нужно покрафтить значительно больше их, для того, чтобы я мог какие-то другие всякие вещи сюда прикладывать, да? То есть, ну вот у меня сейчас здесь коллиматорный прицел стоит, единственное, что я сделал. У меня стоят стандартные конденсаторы, у меня стандартная ложа, но я сделал ствол с кожухом. А ствола с кожухом на нем не было, то есть вот такое вот покрытие. Ну, вот такой вот карабин Гаусса, который достаточно интересный, тоже ПВП-пушка, по идее. Но ее нужно немножко раскачать. Ну, по сути, братишка, мы с тобой очень много сегодня посмотрели. Спасибо тебе, как всегда, за твой королевский, царский, самый охуенный в мире лайк. Желаю тебе всего хорошего, как бы. Предлагай, что ты хочешь видеть еще в Фоллаче, если тебе это интересно. Не забывай въебать мне лайк, сегодня мы с тобой сделали важные вещи. Наконец-то я доделал то, что когда-то начал. Это на самом деле сложная вещь, но тем не менее я это сделал. Пиши, братишка, увидимся на новом видео. С тобой был отец Шиморо, пока-пока. Все, теперь можно пойти спать.